Все вооружение любезно предоставлено магазином Top Gun. А подписчики, стыренные с группы Strikeball, это образ жизни. Спасибо моим информационным партнерам. Здравствуйте, мистер Фримен. Добро пожаловать в тренировочный лагерь «Черные мессы». Исходя из последних событий, главной лаборатории пришлось переехать. Все, что ты видишь вокруг себя, это голограмма. Не удивляйся, что ты ничего не помнишь. Итак, осмотрись вокруг. Хорошо. Помни, ты можешь еще прыгать и бегать. Попробуй. Хорошо. Хватит страдать фигней. Сегодня у тебя тренировка с оружием. Это то, что нужно. В твоих руках находится наша секретная разработка. От профессионала своего дела Кристины Костер. АК-74 Sumac Pull Shaitan Edition. Индекс производителя CM-040H. С интегрированным подствольным гранатометом. От знаменитого китайского производителя Сымы. В умелых руках очень грозное оружие. Выполнен из трех секретных материалов. Силумина, АБС-пластика и стали. Все их составы держатся в строжайшем секрете китайских мастеров из Шаолиня. Корпус автомата сделан из стали. Пластиковый приклад, телескопический, до 6 фиксированных положений. Попробуй. Weapon acquired. Ammunition acquired. Цевьё из силумина. Он снабжен 4 испланками, для того, чтобы ты мог прифигачить даже монитор и печку СВЧ. Стальной внешний ствол, пламегаситель и все. Офигенная тактическая пластиковая рукоять. Силуминовый затвор. Внутри цимовский гирбокс 3-го поколения. Камера хопа из неизвестного звездного силумина. В комплекте с оружием входит электропривод, магазин бункерного типа, аккумулятор, зарядное устройство, пластиковый шампул, инструкция и мушковерт. Скорость выхода шаром 130 метров в секунду. Масса 3260 грамм. Люфты приклада в целом очень симпатичная и надежная, а главное недорогая вещь. Цена от 8000 до 12, в зависимости от наглости продавца. А теперь самое время его испытать. Приступайте, мистер Фримен. Вот ваши цели. Ваша задача – уничтожить. На этом ваша тренировка будет завершена. Хорошего вам дня.
вообще никаких денег. Hey, what did I ever do to you?